за порыв, и я вижу, что уже сегодня его устранили. Значит, порыв случился так, как трубы пришли в негодность, ну, по истечению как бы времени. И, значит, образовалась раковина на трубе сверху. Поэтому мы остановили часть теплового района, сбросили воду и положили латку на место пропавшей части трубы. Но были готовы и трубу заменить, ну, да? Ну да, мы привезли с собой на всякий случай. Но не потребовалось. 6 метров трубы, да, но так как труба еще, ну, более-менее в таком среднем состоянии, скажем так, то не пришлось менять 6 метров, а как бы отделались малой кровью.